Чего орешь? Я спрашиваю, ты что, не летишь? Тебе голограф нужен, нет? Алло, алло, алло. Не надо. На шестерку. Шестерку надо. Если что, она с собой у меня. Хорошо, хорошо. На Понял, втором понял. этаже.
Зона пошла. Пойду за броником, успею сбегать. Возможно. Тебе сумка третья нужна? Да. Пока не ставь. Я так понял, там в ангарчиках, да? Ага. Нашел, бегу. Здесь, братан. Че, интернет как? Да пока что-то фу, блядь. Сейчас же только за него заговоришь, и все пиздец. Пока молимся. О, блядь, опять черти звонят, короче, всякие. Во время звонка интернет только подлагивает, короче. Кстати, братан, мне это какую-нибудь снайперюгу подскажешь? Хорошо. Че, купил картошку, все? Да? Хлебушка. Ага. Перчатки с шипами какие-нибудь не купил? Нет, там такого не было. Не в те магазины ты ходишь, значит. Да, наверное. Че это такое? А? Обоего. Увеличение этого магазина. Ой, блядь, по мне. Я вы... Маленький.
Видишь, ты наглец какой. Убил его, нет? Да. В конце в голову ему попало, а так по жопе, по жопе. Правильно, по жопе надавал. Блять, найти его не могу, сука. А, вот он, вот он. Богато, Чё, у него богато. Ты не выкладывал еще этот топ-1 наш сегодняшний? Нет, ты чё, я целый день готовил, еще. Надо это отмонтажить еще там немножко. Удачненько ты его убил сейчас. У меня и 416-я, и СЛР досталось сразу, блядь. А. Могу на СКС поменять. Давай. Ну сейчас где-нибудь тормознем, подожди. Ну, в смысле, остановимся, тормознем. А ты что, уже залил, что ли? Не. Я в этом, в лайте, этот, как его, купон использовал на смену имени. Ты теперь не Шварценеггер, или ты там Шварценеггер? А я там был, Владимир? Был Владимир. А теперь кто? Ну, прочитаешь потом что. Сейчас своим 16 миллионов подписчиков буду говорить, что раньше времени. А, у тебя 16, у меня 8. А чё, я тебя догнать-то никак не могу, а? Я ж спортсмен. Да, вроде тоже нехилый-то. Там ребятишки там пукают, да? Потихоньку. Ну. Слышь, короче, что там в лайте? Пошарился сегодня немножко так как. Это, купил, короче, эти, ну, ящики, там 40 этих использовал. И... О, тихо, тихо, тихо. Ты меняться будешь, нет? Ты слышал что-нибудь? Нет. Показалось. Тихо. А, это выстрел.
Ну и короче, там узнал, что события есть. 7 раз сходить на викенде. 40 этих медалей опять дадут. Соло, соло, братан. Понял, да? Ну я, короче, полетел, и у меня после приземления такой косяк, что персонаж. Ну, я, короче, ниже пояса почему-то камера оказалась. Ну, видимо, с сетью проблема. И обратно я уже не смог восстановиться. Ну, я не знаю, засчиталось, не засчиталось. Я вышел, короче. Наверное, засчиталось. Можно просто так вот вообще быстро там приземлиться и выключить, да? Будет же все равно, что сходил туда. Да, Ты меняться будешь, нет? А, я забыл, блядь, сейчас. А чё ты мне напоминаешь, что я Я уже давно выкинул. А, ну и мало ли там что там. СКС-ками такаешь всякими. Откуда я знаю? Сейчас зона терпит, сидим или бежим? Нет, надо идти. 10 секунд. Но сейчас уже недалеко до зоны. Блять, у меня наклоны эти боковые нахуй не работают. Ладно, уже следующие катки настроим. Казино. Ну там было и написано, что это казино. Только не помню чье. Ну как называется казино. А, вон. Крезник. Казино, мотель. Монте-Крезник. Казино, Монте-Крезник. Недалеко, кстати, пустили эту херню. Чё недалеко, не понял. Ты пропадаешь опять? Ну, выстрелили из этого, вон на этот. Вверх посмотри. Лут, лут. Зона, сука, зона. 6 человек, братан.
сеть лагает опять. Как вовремя, сука. Лучше ложись. А я уже лег. Только не знаю где. Зоне. Два на два. Ты где там? Ты здесь? Алло. Да. Да у меня грустит лагает, капец. Надо в зону идти. Ну, пойдем. Дома, из дома. Ты что-нибудь успел или ты не брал с этого, с аэродропа ничего? Не, я ничего не брал, я тебе говорю, у меня... А, ну вот сейчас более-менее сеть, блядь, временами лагает. Да, да у меня пиздец какой-то, меня заебало уже эта настройка вся. Какого хера это облачная, блядь, настройки, если они один хуй нихуя не соответствуют? Он, короче, за дом забежал. Вот он, ты я его видишь, ты? Я его слышу. Тихо. Тихо. А он... О, идет, идет, идет. Последний. Что это было, блядь?
Они враги, что ли, были? Нет. А, Он вот же так, да? не сразу. Да. Все, понял, понял. Убейте его, убейте. Твою мать, козел, блин. Ты убил?